Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю обзор томатов, которые есть у меня в каталоге. И как обычно начинаю описывать только те, которые сейчас уже поспели. А именно ранние томаты. Вот в предыдущем ролике тут у нас рядом растет, я описывала вот этого вот Саньку, который тоже уже весь в таких красных помидорках. Сегодняшний сорт — это яблоки на снегу. Они все относятся к одной группе: низкорослые, детерминантные, ранние и холодостойкие. Этот сорт оригинален тем, что он действительно, как у него такой внешний вид интересный, когда он еще не зрелый. Сейчас постараюсь поднять кисть, показать. Томаты действительно похожи на яблочки. Вот видите, яблоки и яблоки. Но потом они, когда поспеют, они делаются ярко-красного цвета. Сейчас расскажу немного о нем. Если о предыдущих сортах я говорила, что это сорта там выведены в таком-то, таком-то году в госреестре, то это любительский сорт, выведен любителями-селекционерами. От этого он не делается хуже. Очень урожайный. Вот вы видите, кисти тоже все-все в завязях. Видите, вот это все помидорки, помидорки, помидорки. Высота тоже 50-70 сантиметров. Достоинством является детерминантность. Сам вершкуется, дорастает до определенной высоты и рост прекращается. Все. Но этот сорт требует легкого посынкования, небольшого. И небольшого формирования куста. Потому что если его не посынковать, он весь израстет пасынками. И будет очень-очень-очень много томатов, но они будут мелкие. Для того, чтобы они были немного покрупнее, нужно все-таки немного его посынковать. Видите, он и так весь в томатах, несмотря на то, что я его немного посынковала. Высота 70 сантиметров. При этом он может обходиться и без подвязки. Вот у меня, видите, вот он лежа. Можно, конечно, его немного вот так вот к чему-то подтянуть. Но я вот единственное вот так его приподняла, чтобы потом легче вам было показать, как он вообще, что из себя представляет. А вообще большинство у меня они лежат просто как грунтовые. Потому что они очень рано плодоносят. Мы этот урожай снимем. Потом я их уберу и все. Очень рано. Одно из его достоинств – это ранний урожай. Для этого мы его и садим. Вот вкус этого томата с едва уловимой кислинкой. Если я говорила про Демидова и про Настеньку, что они сладкие, без какой-либо кислинки, то этот сорт, он немножко чуть-чуть с кислинкой. Но это ясно, что он почти всегда… Вот у меня я всегда выращиваю его на улице, в самые холодные погодные условия. И вот эти яблоки на снегу в этом году у меня действительно были на снегу яблоками. Потому что я их высаживала так же, как Саньку, до похолодания. Потом пошел снег, продолжительные заморозки. Не просто заморозки, а морозы в течение 3 дней были минус 4. Это все уже знают, я показывала и видео, и фото. И он тоже пережил эти морозы под 2 укрывными материалами. В это время уже были небольшие завязи на нем. И вот когда пошел первый снег, это действительно были яблоки на снегу. Они были такие маленькие крошечные завязи, и все было усыпано снегом. Но они пережили хорошо. Вот это вот его как повышенная стойкость вот к перепадам температур, к пониженным температурам, является одним из самых главных достоинств. Он тоже устойчив к большинству заболеваний, но насчет фитофторы, если будет продолжительный, длительный, дождливый период сырой, то он может быть подвержен фитофторе. Особенно если вот в таком варианте, в лежачем его выращивать, ясно, что болезнь может на него распространиться. Но обычно он успевает отдать урожай до того, как начинается сырая погода. Это вот в этом году у нас затяжные дожди. А так обычно весной, в начале лета всегда тепло, хорошо, сухо. Он успевает отдать свои плоды. Еще один плюс этого сорта, вот из-за своей компактности, он может выращиваться также
на балконах, на лоджиях, в каких-то кашпо, что он не очень, как, он не объемный куст, детерминантный, компактный куст, и очень красиво смотрится именно вот на террасах, на верандах. Многие люди вот эти яблоки на снегу выращивают именно не на участках, у кого нет участков, а вот так в каких-то, ну, в приспособленных для этого в ящиках или в кашпо. Если подытожить все достоинства, то про яблоки на снегу можно сказать, что это главное, что его плюс. Морозостойкость, раннеспелость. Он очень ранний урожай дает. Потом вот это сопротивляемость всем основным заболеваниям, кроме фитофтора. Фитофтора все-таки его может это настигнуть. И отличная урожайность. На каждом кусте по 30, 35, даже 40 вот таких вот стандартных, кругленьких, красивых красных помидорок может вызреть. Урожайность у него очень хорошая, он буквально весь усыпан плодами. Так что если вы даже несколько кустиков посадите для получения раннего урожая в открытом грунте, он вполне может вам как, ну, создать вот такой запас на первый период, когда еще нет крупных. Подходит и для салатов, и для консервации. Особенно для консервации он идеален, потому что у него тоненькая, но очень плотная шкурка. Он никогда не растрескивается, ни пока растет, ни в консервации. Идеальный вариант. Многие его выращивают специально для консервирования. Вот это были яблоки на снегу. До этого я рассказывала про сорт Настенька и Демидов, Ринет Санька. Вот он относится к этой же группе, к детерминантным. Только Демидов и Настенька более крупные, а Ринет, вот яблоки на снегу и Санька, они более мелкоплодные. Но все одинаковые томаты для получения раннего урожая. Вот это идеальные варианты. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Ждите следующего видеообзора томатов.